Этот фестиваль проходит в этом году впервые в очно-дистанционном формате. Что это значит? Это значит, что дети Вологодской области, они находятся на смене и будут пребывать еще неделю на территории образовательного центра «Корабелы Прионежья», давать мастер-классы, участвовать в соревнованиях и так далее. Дети из других субъектов Российской Федерации, а также из других государств, они принимают участие в дистанционном формате. Все мастер-классы, все работы детей размещены на впервые созданной цифровой образовательной платформе, которая также имеет свой адрес «Наследники традиций». Фестиваль расширяет границы. В этом году мы вовлекли огромное количество участников из других государств. И благодаря все это созданию, естественно, новой цифровой образовательной платформы и фестиваль «Наследники традиций» становится настоящим образовательным брендом Вологодской области.